Я поднимаю этот бокал за те счастливые дни, которые нас ждут впереди. Каждый из них станет новым приключением, и я хочу, чтобы вы всегда говорили себе. Это один из лучших дней в моей жизни. За Питерсонов. За нас. 911, что произошло? Моя жена, у нас несчастный случай. Какого рода? Она упала с лестницы. Она в сознании? Нет, она не дышит. Мы обнаружили на теле 35 порезов и ушибов и 7 довольно глубоких ран на голове. Кто-то прячет то, чем были нанесены эти повреждения. Вносите любые необходимые изменения. Это охота на ведьм. Тебе нужен адвокат. В подобных делах лучше быть ближе к семье, они должны быть на твоей стороне. У нас нет орудия убийства, но у нас есть бесчисленное количество фотографий на его компьютере. Папа пишет истории. Это он скрыл от нас. Но не от мамы. Она бы рассказала мне. Ты красавица. И ты моя дочь. Мне звонили несколько документалистов. Хотят снять фильм о нашем деле. У французов очень хороший вкус. Суть дела состоит в том, что она выпила вина и упала. Ты наслаждаешься жизнью, ходишь в тренажерный зал, орешь на собак и тратишь мои деньги. Ты отнял жизнь у лучшего, что у тебя было. Я не рассказала и половины из того, что мы знаем о Германии. Прошло 25 лет, и ничего не было. Ты же знаешь, даже крови не было. Но все-таки немного крови было, Майкл. Это моя бывшая жена. Она будет здесь всю неделю. Папа всегда был рядом с нами. Хватит во всем сомневаться. Хватит! Я не могу, не могу, не могу! Вы действительно думаете, что Кэтлин Питерсон знала правду о том, кем был ее муж? Мистер Питерсон! Я думаю, семей, похожих на нас, очень мало. Я все время устаю. Помоги мне. Мы не идеальны, но мы держимся вместе. Они назвали меня лжецом! А мы не такие. И мы любим друг друга. Сказал, хватит! Питерсоны просто психи.